Друзья, привет! Сегодня 6 января, и наше живое видео уже в 2018 году. И начинаем, не как всегда, не со входа в центр, а с нашего дальнего выпаса, где сейчас идет благотворительный мастер-класс центра по снежной лепке, снежной скульптуре. Да, приехал наш дружественный 47-й канал. Скульптор уже наш все рассказал, как правильно делается, как выстраивается опаловка, и фигура с опаловкой делается. В общем, все как надо. А здесь наша Ира. А я ее снимаю. У Иры волк. Каролин, помоги нам с носом здесь. С носом нам помоги, я угля принесла. Сейчас еще угольную крошку принесу. Как мы ела? А как ты научила тебя? Как мыть вот получше? А вы тренировки, да, как тренировки? Это потому что чао-чао съела? Нет, потому что я слышала мой волк. Здесь Виталь тоже волка лепит, только воющего на луну. Сейчас, да, сейчас крошку принесу. Там Оля лепит гигантскую белку. Да, сейчас принесу. Гигантская белка. Мы еще все итоговые фотографии пришлем. А идемте, сейчас покажу, что у нас еще тут заготовки. Вчера вот у нас были пилотные фигуры. Это две черепахи. Да, видела, Тоню разбудили. Разбудили Тонечку. Так и потом свисает. А, какая зима. Ой, так, здесь медведи. Нет, еще доделывают. Сейчас вон там доделают волков и белку. Даже не волка, а двух волков. Здесь у нас тоже вчера делали самый-самый первый медведь с рыбой. Вот такой вот. Его еще, скорее всего, будут доделывать детали. Когти, нос, глаза. Так что вовсю идет процесс. Там вот вдалеке лежит уже разложенная опалубка. Изначально опалубка ставилась вокруг больших снежных фигур. А там у нас Наташа. Да, а я видео Наташ пишу. Да. Женщина хотела денежку передать, поэтому как? В ящичек. Какой? На выходе благотворительный ящичек. Куда? Слева. Да? Да, да, да. Ящичек. А кормить ни в коем случае никого нельзя. Если читали правила посещения центра, потому что большинство животных на диете и на лечении. Бывает иногда. Но всегда стараемся крайне пресекать любые какие-то подобные поступки с кормлением животных. Тонюшка наша проснулась. Тоня. Ой, какая ты толстая, Тонечка. Толстая. Да. Так что при входе в центр висят четкие правила, что можно, что нельзя. Но
Некоторым людям очень хочется животных покормить, но это крайне запрещено. Далее мы скажем, запрещено. Ты моя рыбонька. Да? Ты наша рыбонька. Так, здесь у нас экскурсионная группа Снежана ведет. Вот, сегодня в нашем видео делали упор на снежный мастер-класс. Также наши волонтеры, как всегда, очень сейчас помогают в заготовке веток и опилки фасуют. Да, Лёма, да, ты выше забора, ты рыбонька наш, ты выше забора. Так, идем. Наш большой помощник Наташа подходила, вот как раз спрашивала, что друзья центра хотят передать денежку. В Велесе стоит благотворительный ящик прямо на входе, как входите справа. И в него всегда можно положить денежку, которая пойдет на помощь всем питомцам центра. И возвращаемся в наш мастер-класс. Все сейчас в районе Велки. Она белка большая достаточно будет по размеру. Он сейчас, наш скульптор по снегу, показывает, как что делать, объясняет, чтобы понимать принцип. Друзья мои, я чуть-чуть процесс объясню. Сфотографировать белку, ту. А, да. Подожди, я в интернете посмотрим. Давай. Чу, какие проблемы? Сейчас в интернет найдем. Режиссер замерз. Я думаю, что ему чаю принести. Я уже не знаю. Или уже он говорит, да я скоро мы домой поедем. Человек просто замерз, реально. Сейчас, погоди. Белка. Так, белка почти готова, хвост остался, усы, глаза.